поехали посмотреть, что на Дону творится. А легковушка не поехала. Ты куда упрется-то? Зачем? Вот ой, мне страшно прям. Глянь, кошмар. Куда мы прёмся, Петя? Сейчас все, ям проходит уже. Сейчас не будет уже глубины. Мы тут ездили. Что-то на чём-то, на Жигулях, что ли? Мы на восьмерке, кстати, помнишь? Да я пёрли, помню, как? На восьмерке ехали аж на капот. На капот аж вода пёрла. Кошмар, вот этот, мы едем по асфальту. Ванька, даже глянь, какая ряда, мы идём просто. Мы тут на мотоцикле, гонялись с черпаками, за карасями. Они через асфальт перебегали, мы так. Ой, кошмар, это вот за ночь вода пришла. Да, вчера ничего не было. Вчера еще ничего не было. А это там где-то затор внизу, и вода поперла. Но это радость для нас. Все озера позатопило теперь. Да все, вон и Ловатка, все позатоплено. Все позатопило. Даже Кривое теперь затопило. Даже Орешин и Куй, это самое последнее озеро, которое затопляется. Не озеро, а Баклушины. В общем, сколько лет не было? Туман. Сколько нет? Я не знаю, сколько, я уже забыл про это. Ну, разы. Тогда дети были маленькие. Да. Сколько? Ну, 94-й год это сильный был, а потом нет, еще были. Нет, дети, внуки маленькие были, да, вот тогда. Лет 5 прошло. Ну, лет 5 назад был разлив. Да, он был тоже такой, один, до этого тоже не было. Ну, вообще, хороших разливов давно уже нет. Да это тоже не разлив, это просто затор, нам просто Дону повезло, Койме повезло. Ну, когда-то должно везти. Так что вот у нас такая радость.